35 медалей и мировые рекорды пополнили копилку югорчан, участников летних игр паралимпийцев в Сочи. Наш округ представляли 32 спортсмена с поражением опорно-двигательного аппарата, представители спорта слепых и спорта лиц с интеллектуальными нарушениями. Земляки выступили в таких дисциплинах, как легкая атлетика, плавание, пара-тхэквондо и шахматы. В общекомандном зачете сборная Югры поднялась на 8-ю строчку. Наши спортсмены завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали.